fuiste el que te hiciste pasar por mi papá en el teléfono, ¿no? En mi cumple. Sí. Sí. Vos fuiste. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te lo hice? Sí. Porque soy un loco. ¿Qué sé yo? Por ahí hago estupideces, ¿no? Lo que pasa es que te vi triste y después que te llamé yo me pareció que estabas más contento y eso me gustó. Igual estoy contento. A mí me gusta que seas como mi papá. Señores, llegó el sodero, hoy vengo igual que ayer, por estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez de andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día, me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Sí, señor, sí, señor. Yo lo espero cada día. Sí, señor, sí, señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor, sí, señor. Su sodero enamorado. Sí, señor, sí, señor. Vecina, llegó el sodero. Sí, señor, sí, señor. Usted sabe que la quiero. Sí, señor, sí, señor. Manuel, ой, viene mi mamá. Сейчас нам задаст. Ничего, я с ней разберусь, не бойся. Это что такое? Дружеская встреча. Мне не до шуток. Я лишь только хотел тебя развеселить. Как ты посмел сбежать из школы? Никого не предупредил. Я думаю, что учителя должны следить за детьми и не отпускать их одних. Не так ли? Об этом я уже позаботилась, Муса-папа. Учителя обязаны контролировать, кто забирает детей. Ты, как всегда, на высоте. А теперь послушай меня. Я обещал Мануэлю показать мяч, который Перрон подарил моему брату. Спасибо, Муса-папа, большое спасибо. Идем. Нет. И это благодарность за заботу о ребенке. Это потом. Когда потом? Давай как-нибудь сядем, как взрослые люди, все обсудим. Что думаешь? Ну-ка, иди погуляй. Я сейчас. Что продаешь? Продаю? Да, да. Ты вечно подсовываешь папе безделушки своих бывших любовниц. Сколько их еще у тебя? Ты сам хоть помнишь? Было много, но давно. Это в прошлом. Встреча с тобой все изменила. Отныне никаких романов. Я объясню. В следующий раз, Муса-папа. Некогда. Когда? Давай назначь встречу. Я подумаю. Скажи, где и когда. Я готов на любые условия. Я позвоню. Правда? Я всегда выполняю обещания. Hasta la vista, mucho, papá. Бабушка? Да? Бабушка? Что? Я слушаю. Детка, я потеряла 47-й номер и никак не найду. Просто ужас. Ничего, никуда он от тебя не убежит. Лучше послушай, что мама расскажет о Софии. Да-да, говори. Потом. Сразу видно, что все хорошо. Рамина выглядит счастливой. Да, София объяснила кучу интересных вещей. Мама, когда мы опять к ней пойдем? Угомонись, Рамина, я ей позвоню. Ясно?
У тебя сегодня нет занятий? Есть, но я хочу знать, когда новый сеанс у Софии. Иди на занятия, узнаешь. Вечно ты так! Не груби, ладно. Роми. Ленор, завари мне свежего чайку. Спасибо. Сколько стоил сеанс? Нисколько. Бесплатно. Эта девушка настоящее золото. Вот бы Альберто слышал. Я не разделяю твоих восторгов, извини. Но я хочу прекратить встречи. Она не вызывает у меня доверия. Почему она не взяла денег? Она станет нашей родственницей. Пока. До скорого. Пока, моя радость. Красавица, я бы хотел попросить тебя об одолжении. Что я могу сделать для несравненного рыцаря? Для кого? Для рыцаря. А, рыцаря. Понимаешь, мне нужен хороший бухгалтер для фабрики. Срочно. И все? А чего ты ждала? Не понимаю. Прости. Мы давно не виделись. Я соскучилась. Да. У меня сейчас столько дел, что рук на все не хватает. Я ночами не сплю, голова идет кругом. Мне не до развлечений. Ты совсем забыл обо мне? Но неужели у тебя нет ни одной свободной минутки для твоей красавицы? Да, я виноват, рыжик. Но помнишь, мы с тобой решили, что останемся друзьями. Это святое. Но иногда я годами не вижусь со своими друзьями, и дружба от этого не страдает. Конечно. Нам некогда встречаться, просто некогда. А теперь послушай мое мнение на этот счет. Да. У нас эротическая дружба, так? Ну, тогда, да. Да. Между нами существует взаимное притяжение. Да. Понимаешь? Да. Зависимость. Да, да, да. Да? Приведу конкретный пример. Да. Ты переживаешь. Допустим. Моя задача? Приласкать тебя, успокоить. Да, да, верно. Знаешь, что я думаю? Что? Тебе нужно расслабиться, ты устал, Альберто. Да, верно. Когда мы встретимся? Все, что ты сказала, это, конечно, правильно. Да. Верно. Да. Успокой меня и найди мне бухгалтера. Это необходимо. Ладно, я на все готова ради тебя. Спасибо, рыжик. Я дам тебе телефон. Да. Спасибо. Позвони ему. Конечно, рыжик. А что ты мне дашь? Я тебе как-нибудь тоже позвоню. Хорошо? Хорошо. Да. Согласна, рыцарь. Да. Да. Тогда жди звонка от своего... рыцаря. Да, я мало похож на рыцаря, но если тебе так хочется... Давай, бухгалтера. Нет. Почему? Что надо сказать? Спасибо. Спасибо. А что надо сделать? Конечно, я сейчас. Не теряй времени. О чем ты? Не упускай возможность. Какую возможность? Муса папа любит тебя, но беда в том, что ты его тоже. Боюсь, ты меня не слышишь. Я все прекрасно слышу. И не хочу это обсуждать. Я уже взрослая. У меня есть жених, я устала. Девочка, Орландо тебе не пара. Он лишь игрушка на время. Вот и все. Мама, я не права? Вспомни, через месяц мы с ним будем жить вместе. Ты считаешь, что я сошла с ума? Ты просто боишься? Ты боишься повторения истории с Диего. Вот в чем дело. Мама, прошу, не лезь в мои дела. Они меня касаются. Дорогая, Муса папа любит тебя. И кроме того, он любит Мануэля. Он решил проблемы со школой. Позвонил ему в день рождения. Представился отцом. Ведь так? А ты и рада? Он солгал. Нет, нет, он обманул и Мануэля, и нас. Нет, это не ложь, это идет от сердца. Мама,
Я не ищу отца для Мануэля. У него есть отец. Мне нужен мужчина для меня. Не промахнись. Открой глаза. Открыть глаза? Открываю. И что вижу? Газированный ужас. Но почему? Почему моя машина сломалась у него на глазах? За что мне это? Привет, крошка. Привет. Как дела? Хорошо. Какие глазки. Спасибо. Чем занимаешься? Любуюсь небом. А не хочешь полюбоваться чем-то более интересным? Чем? Чем? Надо же, она не знает. Ты не пожалеешь. Соглашайся. Какие губки. Красавица. Поцелуй меня. Ну что? Давай. Рамина. Никла. Привет. Они к тебе пристают? Иди отсюда, пока не получил. Еще посмотрим, кто из нас получит. Тихо, малыш. Мне не нравится, когда всякие козлы пристают к моей девушке. А теперь проваливайте отсюда. Я твоя девушка. Потом объясню. Я что сказал? Пустите его! Моника! Привет. Жижи. Как ты? Я должна попросить прощения. За что? Прости, я была к тебе несправедлива. Я думала, это ты настучал. Ничего, это в прошлом. Мне стыдно. Я сорвала на тебе свою злость. Не сердись. Ничего страшного, я не сержусь. Как ты можешь быть таким добрым? Я накричала на тебя, обвинила Бог знает в чем. Я сорвалась... Потому что у меня нервы не выдержали. Я чуть не умерла со стыда, когда меня задержали. Потом эти объяснения в полиции. Хватит, хватит вспоминать этот ужас. Я не хочу слышать. Кошмар. Забудь, Моника. Мне тоже было очень тяжело. Знаешь, если бы я мог... Если бы я только мог... Что же, Жих, продолжай. Мы с ребятами собрались посидеть где-нибудь. Присоединишься? Вечерком? Да, посидим, поболтаем, выпьем пиво. Я за тобой заеду, а потом отвезу домой. Хорошо? Договорились? Хорошо, мне все равно нечего делать. Да? Можешь не делать крюк, я доберусь. Ничего. Я приду. Ладно. Опять не то зачеркнула. Не заметила четверку. Ну все, хватит играть. Что у тебя с лицом? Бабушка, намочи полотенце. Ну-ка, покажи. Ужас, на нас напали. На кого, на тебя? Ника за меня заступился. Он сказал, что я его девушка, а они на него набросились. Бедный мальчик, тебе больно? Не сердись. Что еще? Ты рассердишься. Нет, не буду, говори. Что стряслось? Ну что? Сумка порвалась. Ты переживаешь из-за какой-то сумки. Почти новая. Как можно думать о какой-то ерунде? Ты лучше посмотри на кавалера, он же бедняжка. Посмотри. Принеси лед. Далинор, принеси лед. Лед надо прикладывать сразу, сейчас уже поздно. Никогда не поздно. Вам лишь бы настоять на своем. Вы всегда мне противоречите, что ты, что Альберто, что мой старший сын, твой покойный муж. Прости меня, Господи. Никто меня не слушает. Это мой отец, он умер. Он был похож на дядю. Слышал? Да, слышал.
На фотографии я не могу их различить. Ты тоже мама? Нет. Я всегда узнаю папу. А дядя рассказывал, что они менялись девушками, а те и не догадывались. Можно? Ты и так уже вошел. Ну, в общем, да. Когда входишь к другу, можно и не спрашивать. Ты правильно сделал, что спросил. Дружище, товарищ. Я тебе не товарищ. Я докажу свою дружбу. Да? Первое. Я нашел бухгалтера. Второе. Я виделся с Софией. Это доказательство дружбы? Не смейся. Разве этого мало? Эстер дала телефон надежного бухгалтера. А самое главное, ко мне заходила София, и мир окрасился цветами радуги. Это у тебя в глазах все цвета радуги. Так недолго и в сумасшедший дом загремить. Красотка доведет тебя до беды. Ошибаешься. Она согласилась встретиться со мной и выпить по чашке кофе, поболтать, понимаешь, да? А? Мама, что? Ты сердишься? Нисколько, радость моя, честно. Просто я должна приготовить обед. Все уже скоро соберутся. Да. Мам, что, радость моя? Что сказала София? Ничего особенного. А мне сказала... Только не ругайся. Не буду? Будешь. Рамина, обещаю, что на этот раз слова не скажу. Ладно. Она сказала, что я мечтаю, чтобы Ника меня поцеловал, потому что я уже взрослая. Понимаешь? А я... Я люблю Ника. И если я уже взрослая, то не должна бояться ответных чувств. Так. Злишься? Нет. Тебе ничего нельзя рассказывать, мама. Рамина, что за крик? Я чувствовала, что нельзя соглашаться на эти сеансы. Полчаса болтовни, и Рамина стала несносной. София вбила ей в голову, что она уже взрослая. Я этого не вынесу. Ленор, что на тебя нашло? София профессионал. Рамине нужна помощь, ты сама знаешь. Не мешай ей искать свое счастье. Я опаздываю. Пока. Добрый вечер. Привет. Как дела? Хорошо? Как всегда. Ты прелесть. Спасибо. Красавица. Тут мило. Да, славное местечко. Они недавно открылись. Жижи. Да? Ребята опаздывают? Разве они не на фабрике? Уже нет. Присядь, не стой. Они скоро. Хочешь бокал вина? Спасибо. Нравится? Будем ждать остальных? Или, может, что-нибудь закажем? Да, конечно, закажем. Добрый вечер. Добрый вечер. Это София. София Кампус. Я поняла. А я мама Рамины. Ленор, как вы? Хорошо. А Рамина? Тоже вроде ничего. Позвать ее? Нет, нет. Вообще-то я звоню Альберто. Он дома? Нет, извините, его нет. Я передам пару слов? Конечно. Так, завтра в 4 часа в кафе на углу, в Старой площади. Хорошо, передам. Спасибо. Не за что. Доброй ночи. Мам.
Мама, зашей мне сумку. Подожди. Мне нужно сейчас. Завтра с утра занятие. Я не могу так идти. Ладно, хорошо. Покажи. Вот тут. Ладно, давай. Это 5 минут. Ешь, Жижи. Да. Вкусно? Да. Чудо. Объедение. Моника, я хотел сказать... Я слушаю. Что у меня... Где? Вот. Наверное, кровь идет. Ничего нет. Правда? А у тебя есть? Помада? Красная помада. На белых зубах очень красиво. Можешь не стирать. Ничего нет. Есть. Где? Сделай вот так. Это шутка. Все в порядке. Все в порядке. Жижи. За тебя? Да, давай. Моника. Что? Этот... легавый. Как его фамилия, забыл. Вертится на языке. Устеда, Ортеда... Агустеда. Точно. И он, и Серхио, все тебя бежали, а я... Жижи, не надо. Я не хочу вспоминать. Сменим тему. Сюрприз? Кто это? Вот ты он! Висенте. Вернулся странник. Садись на почетное место. Еще один прибор для Висенте. Вина? Боюсь привыкнуть. Ну и привыкай. Спасибо. Слышишь этот звук? Газировка. Она самая. Муса папа счастлив. Есть новости? Расскажите. Нет. Нет? Нет. Никто не звонил? Нет. Никто? Где они? Давай закажем еще. А хочешь десерт? Сейчас я... Давай позвоним ребятам. Мы уже целый час их дожидаемся. Может, с ними что-то случилось? Надо узнать? Нет, не думаю. Почему? Моника, они не придут. Как не придут? Нет. Я боялся, что ты не захочешь пойти только со мной. Тебе скучно в моем обществе. Я наврал про ребят. Они не в курсе. Ты серьезно говоришь? Да, только не обижайся. Я думал, глупо, да? Не то слово, Жижи. К чему эти сказки? Не знаю. Только не пытайся меня убедить, что хотел побыть со мной наедине, чтобы полюбоваться моими прекрасными глазами. Нет, что ты... Слава Богу, я бы этого не пережила. Да, понимаю. После всего, что было, тебе только этого не хватало. А зачем ты это придумал? Я не хотел тебе врать. Сама посуди, с какой стати мне притворяться? Ответь на один вопрос. Да? Ты такой милый. Наверняка у тебя есть девушка, в которую ты влюблен, с которой встречаешься. Нет. У меня никого нет. Ты лучше всех. Да, но... У нас над лучшими всегда смеются. Да? У меня никого нет. К сожалению. Мне не везет с женщинами.
Это поправимо. У меня полно подружек. Красавец. Я найду тебе достойную пару, Жижи. Мне? Да? Я тебя обожаю. Я все съел. Все? Да. Молодец. Можно поиграть? Не увлекайся, завтра в школу. Привет. Привет. Не ожидала? Да, я пришел пригласить тебя в кафе. Хорошо, идем. Да. Возьму сумку. Я жду. Кто там? Это ты? Да, я. Хорошо. Не волнуйтесь. Алло? Это Муса Папа. А вы кто? Это ты? Орландо. Это Орландо. Слушаю. Мне нужно поговорить с компаньоном. Его нет. Что стряслось? Я уладил проблему насчет бухгалтера. Хорошо. Я передам. А София дома? Я хотел поблагодарить ее за мою племянницу. Как раз ее жду. Скажу, что ты звонил. Спасибо, малыш. Пока. Кто это? Ошиблись номером. Идем. Отличные фотографии. Да. Все уже готово? Я поторопил. Молодец. С ног сбился. Но зато нашел хороших электриков. Вот. За будущее. За нас. Софи. Прости, но я недоволен твоим отцом. Почему? Вернее, не им, а этим газировщиком. Я его не понимаю. Альберто? Нет, твоего отца. Пожалуйста, узнай, что его связывает с Альберто. А что их может связывать? Мы договорились обанкротить фабрику и начать стройку. Но как только доходит до дела, твой отец начинает защищать этого фанфарона. Почему? Спроси его сам. Дорогая, я прошу свою будущую жену помочь мне. Это трудно? Лишний раз убедился, что все женщины одинаковые. Это не так, неправда. Не суди обо всех по одной. Конечно, тебя я не имел в виду. Ты особенная, правда. Ты необыкновенная. Ты мой друг. Почему она так поступила? Я обращался с ней как с королевой, старался ей угодить, а она отвернулась, даже не хочет объясниться по-человечески. Почему? За что? Скажи, за что? Не знаю. А вдруг она заговорит? Но если заговорит, по крайней мере, я пойму, что творится у нее в голове, что она думает. Понимаешь? За работу, хватит лясы точить. Я его убью. Хозяин идет. Я должен дождаться бухгалтера. Вся доставка на вас. Хорошо. Ты к Тити. Нет, 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 только не это. Мне к зубному врачу, я оставил ей 6 сифонов, и сегодня надо получить плату. Поменяйся с ребятами. Хорошо. Я болен. Работа тебя вылечит. Привет. Беги, догоняй Рауля. Там пришел бухгалтер. Отлично, пригласи его. Нет, он на улице. Ждет.
Привет. Минуту, я сейчас. Простите. Это мой талисман. Вы Муса папа? Да. Соломон Ройтман. Можно Салли? Ясно. Я двоюродный брат Эстер. Да. Бухгалтер? Бухгалтер. Твой спаситель. Садись в машину. Да. Астер, назад. Иди назад, освободи дяде место. Вот молодец. Одну секунду. Я быстро. Астер, что это? Опять сживал документ? Контракт. Глупый пес. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Ладно. Добро пожаловать. Да. Да. Это мой офис, я тут работаю. Я все понимаю. Беспородная собака, старая машина. Послушай, первый урок. Максимально уменьшить расходы. Клиенты всегда довольны. Потому что, сам посуди, я приезжаю лично, понимаешь? Сам приезжаю. И что? Объясняю. Экономится время. А что есть время? Что? Что? Понюхай. Деньги. Почуял. И это не все. Талант здесь. Все остальное дым. Спроси у моих клиентов, как я спасаю их от банкротства. И как? Никак. От этого никто не застрахован. Что вы мне говорите? Шутка, шутка. Люблю пошутить. Молодцы. Так, держать. Продолжайте работать. До свидания. Пока. Фабиана. Вот деньги. Заплати за аренду помещения, а я убегаю. У меня важная встреча. Хорошо, София, я заплачу. Но агенты вечно пытаются меня запутать. Ладно, хорошо, давай деньги. Я сама к ним забегу. Заплачу взнос, да, и дело с концом. Пока. Мне нужны бумаги. Все бумаги. Да, да. А какие? Устав, судебное извещение, список персонала, устав опять, бухгалтерские книги. Погоди, ничего не забыл? Да, новый контракт. Контракт. Это важно. Новый контракт, да. Так, ты все запомнил? Да. И не забудь заполнить вот эти бланки. Здесь данные о тебе, о твоих новых партнерах, банковские счета. В общем, сам разберешься. Написать список? Нет, нет. Я принесу контракт, а ты его прочтешь. Да, да, да. Приготовь бумаги, завтра я загляну. Но в любом случае, так сказать, мне до чрезвычайности охота... Тебе хочется? Да, мне охота встретиться с твоими партнерами. Да, никаких проблем, я тебя завтра им представлю. Они тебе понравятся. Особенно один из них, тот, что постарше. Да. Да. Уверен, что мы сработаемся. Да. Хорошо. Итак, завтра я жду документы. Да, я все сделаю. Я тоже все сделаю для нашего общего блага. Спасибо. И еще одно. Я говорю это всем клиентам. Да? Мой дядя Мойше Лейбеле всегда повторял. Погодите, и что он повторял? Решение всегда найдется. Что это значит? Повторяю, решение всегда найдется. Решение всегда найдется. Мы мыслим одинаково. Так и все в порядке. Как его звали? Мойше Лейбеле. Мойше. А его жену Сара. Слушай, нам по плечу любые проблемы. Любые. Любые. Все. Рада сообщить, что теперь Аните легче общаться в коллективе. Поздравляю. Жаль, что папа этого не слышит. Ничего. Твой папа никуда от меня не денется. Поздравляю. Спасибо тебе. Не за что. Пока. Пока, Анита. Что ж, я очень рада. А ты? Я тоже. Пройдемся до магазина. Анита! Мануэль! Здравствуйте. Я помню, у вас были проблемы с машиной, вернее, с моим мужем. Да. Простите, я вас сразу не узнала.
Я задумалась, да. Вы знакомы? Это сын Софии, я говорила. Верно говорят, что мир тесен. Да уж, какая встреча. Простите, мне пора. У меня ужасно разболелась шея. Школьный врач сделает мне укол. Нет, я сама сделаю укол. У меня легкая рука. Я специалист. Это неудобно? Я в магазин. Не терпится? Я с тобой. Можно? Да, дорогой, иди. Не задерживайся. Значит, Анита ученица Софии. Да. Когда я расскажу мужу, он не поверит. Да. Он не поверит. Вы расстроены? Да. Когда мы нервничаем, организм слабеет. И начинаются всякие болезни. Верно. Софи рассказывала о чем? Об отце вашей девочки. У нас в семье те же проблемы с отцом Мануэля. Да. А теперь идите домой, я куплю лекарства и приду делать укол. Нет, ни в коем случае. Не надо беспокоиться, прошу вас. Никакого беспокойства. Берите пример с детей. Дайте ваш адрес. Я запомню. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Ты никогда не кладешь сахар в чай? Нет. Чтобы не портить вкус, да? Да. Хочешь чаю? Нет, я его не жалую. Это фирменный рецепт Муса Папа. Попробуй. В другой раз, не сейчас. Ты меня обижаешь? Какие могут быть обиды, Альберто? Да, верно. Хочу поблагодарить тебя. Да. Я могу быть с тобой откровенным? Ну, предельно откровенным. Да, я слушаю. Спасибо, что выручил меня с медальоном. Правда, большое спасибо. Не представляю, как бы я вывернулся. Скажи, тебе трудно дались эти слова? Вот трудно признаваться? Нет. Ты всегда можешь на меня положиться. Если пойдет дождь, я прибегу с зонтиком. Понял? Я доказал свою преданность. Я этого не отрицаю. А вторая жена? Она меня выгнала. Как мне ее задобрить? Все уладится. Главное, я нашел нам бухгалтера. Хорошо. Голова. Отлично. Знаток своего дела. Прекрасно, можешь не продолжать. Мне пора в офис. Проводить? Нет. Я хочу пройтись по фабрике. Да, конечно. Мне нравится запах машин, газировки. Завтра увидимся. Разумеется. С удовольствием. Дело движется? Да. Прошу прощения. Привет, красавчик. Как ты? Привет. Что у тебя нового? Ничего. Надеюсь, ты сможешь уделить мне пару минут. Ты не занят? Да нет, не очень. Альберто, мне нужно с тобой поговорить. Не хочу показаться навязчивой, но я не могу разобраться в наших отношениях. Ты неожиданно исчезаешь. В знак нашей дружбы предлагаю встретиться и все хорошенько обсудить. Хорошо, я забегу в контору, мы выпьем по чашечке кофе и поболтаем. Хорошо? Жду. Да, мама. Я не задержусь. Где? В одном кафе. Я потом расскажу. До вечера. Пока. Очень мило. Как всегда. А чего я ждала? Привет, дорогая, как ты? Хорошо. А мама? Она в комнате. Я здесь. Не вставай, я сама подойду. Спасибо. Как добралась? Без проблем. Хорошо. Анита, если вдруг зазвонит телефон, скажи, что я освобожусь через 10 минут. Хорошо? Эльса, сюда. Я ставлю сумку. Да, конечно. Проходи.
Привет, детка. Привет. Мама дома? Да, пойдем. Анита. Опять не можешь? Нет, могу, но мне нужно сначала поговорить с мамой. Только недолго. Это займет 5 минут. Хорошо, договорились? Ладно. Я сейчас приду. Да? Да. 300 песо плюс коммунальные расходы. Хорошо. Жду вашего звонка. Спасибо. Привет. Привет. Ну как? Как ты? Нормально. Правда? Поцелуй меня. Разве это поцелуй? Не пойдет. Давай сначала выпьем хотя бы по чашечке кофе. Да, но только после сладкого поцелуя. Сладкого? Медового. Ладно. Me cae.